Сейчас будем письками мериться. Держи. Я хочу твой поднять. А, ну слушай, да. Тяжелее. Ребят, всем привет. Сегодня мы едем, короче, на спуске. И в том интерес, что я здесь не один. Еще один должен сейчас подъехать. Будет сегодня очень весело. Надеюсь, мы не умрем. Да, надеюсь, мы не умрем. И спусков будет больше, чем три. Так что едем. Аккуратно. Очень быстро. Проезжай. Там уже легко. Да. Сейчас будет перекресток. Вот он. Все. Чилим на бревнышке. Привыкаем к обстановке и думаем, как нам ехать. Вообще, меня кто-то сравнивал с Кунаевым в комментариях. Ребят, не делайте так. Мы ездим здесь просто ради удовольствия, ради фана, веселья и настроения. Вот, будем сегодня учиться ездить. Будем паровозить, потому что никто еще не привык. И кто-то из нас будет чуть-чуть поопытнее. Сделали пару фотографий, отослали в групповой чат. Все довольны. Все довольны будут. Ну, может, еще кто-нибудь приедет. Ждем. Смотрите, ребят, для тех, кто не верит, что здесь настоящие такие места для отбитых людей, смотрите, тут еще где-то метр. У меня велосипед 1.5 метра, ну, примерно. И вот здесь еще 0.5 метра. То есть вам нужно, по идее, приземлиться вот сюда, передним колесом. Ну, хотя бы. Так что думайте. Приезжайте в следующий раз с нами. Лезем наверх и обсуждаем, кто что прыгал, а что нет. И делимся тактиками, как лучше, как безопаснее и как обмануть свой внутренний страх. Потому что даже мне сейчас страшно. Фух, посмотрим. Что, плохо подниматься сложно? В общем, поднялись, посмотрели на Тахассу. Кто-то тут ездил, кто-то неумелый. Кто-то съезжал в кусты и ездил по объездам. Интересно, кто это был? Ну, в общем-то, все нормально, будем спускаться. Как настроение? Боевое. Еще один товарищ должен приехать, но пока нет. Пока спустимся без него по объезду. Перестарался. Нормально. Молодец. Я понял. Давай я вперед. Засеялся. Тут аккуратно. Прям на копчик. Все.
все отбил. Дыхание перехватило. В почку отдало. Отдыхай. Дыши, дыши. Давай телефон подержу. Просто в задницу дало. Все, лежи, ляг. Мы тебя помоем. Ничего не колит больше, просто больно дает, да? Спина больно. Спина больно. Ноги нормально? Ноги нормально. Это тоже, да? Да. Все хорошо. Я свечка прилетел. Я видел. Все, лежи, балдей. Отходит? Хорошо. Дыши, отдыхай. Вот это ты дал, конечно. А велик целый? Велик целый. Ты просто упал на задницу, он у тебя улетел, я видел. Велик вообще забей, все хорошо. Живем? Живем. Сейчас, ты лежи пока, я посмотрю, куда ты приземлился. Вот, короче, пятно твоего контакта. Это, по-моему, локоть был. А что перед полетом как? Было какое-нибудь ощущение? Я поздно среагировал, вспомнил то, что там этот трамплин. Угу. А так? Ну, ехал бодро. Слушай, ну нет, нормально все. Угу. Ты записал? Ну, я это видел, не записал. Я в этот момент вниз ехал. Блин. Я увидел, я начал останавливаться и думаю, надо это посмотреть, голову повернуть. Вижу, ты, короче, вылетаешь, и у тебя велосипед из-под тебя выезжает, и ты на задницу прям буф. Вроде смотрится ничего, но я понимаю, что пиздец. Ребят, смотрите, что к нам приехало. Пока мы отходили телом, к нам приехало чудо техники. Классненько. Так что облизываемся. Надеюсь, теперь моя очередь не придет подойти. Не записалось, гайс, не записалось. Нормально? Да. Красава. Это еще бодрее получилось, я так хочу сказать. В общем, первая часть у нас не записалась, камера у нас глупила. Но то второй раз получился еще круче. Процентов на 40 быстрее. Так как у нас товарищ травмированный, мы сейчас пойдем наверх уже по домам, все дела. Ну, по идее, мы еще должны здесь завтра собраться. Должны? Должны. Должны. И нас будет больше. Нас будет больше. Зрителей больше будет. Вот, еще завтра покатаем. Сегодня было классно. За Кирилла очень переживаю. Было страшно. Сергей у нас как боженька. Все правильно?
Ты как? Нет, мы завершили поездку нашу, возвращаемся втроем по велодорожке. Кирилла полно эмоций. Да ну его спину. Он теперь вообще не хочет ездить на велосипеде. Он врет. На самокат-то. Самокат хочется, согласен. Ну короче, эмоции полные штаны. Куплю зима, я сдам. Все-таки поездка выдалась. Очень эффектно. Если жопа завтра не будет болеть, то, наверное, тоже поеду. Хорошо. Тоже прыгни. В этот раз все получится. И там же останемся. В общем, такие, ребят, дела. Едем домой. Не будет. Снимай. Снимай. Снимай видок. Снимаю. Снимаешь? Да. Готов. Мы въезжаем. Куда? Там дождь. Смотри, чел наваливает, чел наваливает. Смотри, чел наваливает. Палец застрял. Мы попали под дождь. Нам спину. Вон к чему парилка была. Смотрите туда, вообще красота. Не, нам пиздец. Все. Уже можно не потреблять. Зато шлем есть. Ну главное, что телефон. Что, блин, холодные. Холодные. О, дождь. Эти воды отключили. Вот это капли. А, холодный. Заебись, моемся, бля. А. Нормально, проезжаешь вперед. Вот это да! А я ничего не вижу. О! Я мокрый полностью. Я пока пальцы Вот это да! Вот мы и запели. Чё, как? Погодка хорошая? Нет. Помылся. Прикольная покатушка. Да. Насыщенная. Надо полным компом. Да. Я прям воду пью с дороги. Холодный, да? А, вылез. Да. Что-то холодновато как. Подводная яма. Но это было неожиданно. Давай, давай. Еще раз. Грязь, да? О! Проливной, я давно по таким не ездил. Да вообще кайф. Вот это да! Ага.
меня прям в ботинках вот прям лужа, да. Прям я чувствую ванна. Ты главное записал? Да. Это хорошо. Классно. Заебать, аж будет хорошо. Удачи. Хорошего спасибо. Становления. Спасибо. До завтра. Постараюсь, не обещаю. Можем по дороге, можем прямо. Хорошо в контактах. Одни плюшки, одни плюшки. Давай. А что у нас с землей? Да? Классно было. Завтра буду. Давай. Давай, пока. Если не считать падения, поездка вообще прекрасная. Дождь великолепный. Всем спасибо и пока. Я давно такого не испытывал. Все, кончился.